Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы поговорим с Игорем Рувинским, директором по маркетингу и продажам отеля «Фэрмонт». Игорь, у меня есть к вам вопрос. Мы проводим уже не первый раз наши банковские конференции в отеле «Фэрмонт». Вернее, это уже будет наша вторая банковская конференция в этом году, в июне. И я хотела бы узнать, что изменилось в отеле «Фэрмонт» за один год со времени проведения нашей прошлой банковской конференции? Добро пожаловать в Grand Hotel Fairmont в Киеве. Очень рада, что вы с нами опять в этом году. Я могу вам сказать, что мы как раз только справили наш один год, день рождения. И, в принципе, в прошлом году уже было все готово. Единственное, что мы добавили, я вам хочу показать попозже, это наш Fairmont Gold Club. Проведение банковской конференции «Sys Bankers» во второй раз в отеле «Фэрмонт» показывает приверженность отеля к банковскому сектору. Игорь, какая, по вашему мнению, наибольшая связь между банковским бизнесом и вашим бизнесом? Мы очень рады поддерживать конференцию международную, которая считается одной из самых больших в Украине, на банковском секторе, и очень довольны, что все банкиры из Украины, из СНГ приехали к нам. И готовы им предложить отличный сервис и услуга на качестве и уровне «Фэрмонта». А в аэропорту Борисполь я видела рекламу отеля «Фэрмонт», которая гласит «Luxury has a new address». В связи с этим у меня есть к вам, Игорь, вопрос. В контексте люксери, что могут наши гости конференции ожидать от отеля «Фэрмонт»? «Фэрмонт» по всему миру известен как luxury бренд, и в том числе и в Киеве. У нас самые большие стандартные номера, очень хорошая кухня на самом высоком уровне, в том же числе и конференц-возможности для всех гостей, которые приехали на конференцию CIS Bankers. Пожалуйста, расскажите о разных типах комнат, которые есть в вашем отеле. У нас очень большой выбор разных номеров. Больше 260 разных комнат у нас в гостинице. Начинаем от «Фэрмонт», это наша первая категория. Самая большая в городе, больше 40 квадратных метров. Дальше идет «Deluxe Room» и «Подлюкс», «Люкс» и разных видов свитов. 220 метров имеет наш президентский свит с роскошным видом на Днепру. Кто из знаменитостей останавливался в вашем отеле? Вы знаете, это конфиденциальная информация. Я вам не могу рассказать, что у нас часть английской команды футбольной жила у нас. Джон Клон Фадам и Перес Хилтон у нас останавливались. Это просто по секрету, можем сказать. Хорошо, спасибо за секрет. А что я могу добавить, что после нашей конференции Sys Bankers ваш список известных гостей дополнят Брэд Кинг и Крис Виллис. Очень будет нам приятно, спасибо. Спасибо. Сколько ресторанов и баров насчитывает отель «Фэрмонт»? Давайте начнем от Grand Cru, это наш лобби-бар, где мы подаем шампанское, кофе, чай и сладкие закуски. Наверху у нас винтаж, на втором этаже это наш бар с живой музыкой, весь день можно там сидеть и коктейли пить. Или же наш ресторан «Стрэнд», куда я вас сейчас приглашаю. «Фэрмонт Grand Hotel, Strand Restaurant, and we would like to ask question about what kind of cuisine do you have here?» Here at Strand Grill, we focus on contemporary steakhouse cuisine. We have a beautiful Jasper grill where we cook only the best U.S. prime beef. We also accent a traditional steakhouse menu with some contemporary dishes. And then also we throw in some local specialties from the CIS region, including Ukraine and Georgia and Russia. Какими словами, по вашему мнению, можно охарактеризовать впечатление от отеля «Фэрмонт»? Разрешите мне это ответить на английском. We turn moments into memories. А в
завершение нашего сегодняшнего интервью, что бы вы хотели сказать участникам SysBankers международной банковской конференции, которая будет проходить в Fairmont отеле в начале июня? Мы будем очень рады вас приветствовать в июне месяце в гостинице в Фермонте. Мы уверены, что у вас будет успешная конференция, и мы предоставим вам самый лучший уровень обслуживания. Мы желаем вам хорошую конференцию и буду рад вас приветствовать в июне месяце. До скорой встречи на нашей конференции.